Вот, мы не обошли стороной этой линии, поэтому тема нашей игры – «Вся жизнь кинопленка». Ну что ж, начинаем, приглашаем команды на сцену. Хотел представить жюри нашего конкурса, людей, которые будут оценивать наши команды. Итак, секретарь ученого совета Кудина Марьяна Валерьевна. Заведующий кафедрой политического анализа Соловьев Александр Иванович. Наш любимый и несравненный Лексин Иван Владимирович. Заместитель декана по учебной работе Екатерина Павловна Наумова. И, наконец, председатель жюри, декан факультета государственного управления Вячеслав Алексеевич Никонов. Ну и настало время познакомиться, собственно, с нашими командами. Итак, традиционные новички нашей игры. Сборная первого курса. Объединяет. Поэтому впервые в истории Кубка Декана объединенная сборная второго и третьего курса. Без пяти минут выпускники, сборная четвертого курса. И, наконец, старички нашей игры, сборная первого курса магистратуры. Ну что ж, отпустим наши команды готовиться к конкурсам. Объявим традиционное «Ни пуха, ни пера». Ну что ж, я пока объявлю вам сегодняшние конкурсы. Значит, первый конкурс – это приветствие. Приветствие. У каждой команды будет 5 минут для приветствия. Вот, тема «Свет, камера, мотор». Максимум по этому конкурсу 5 баллов. И на сцену первой приглашается команда первого курса. Приветствую. Года. Так, нет, стоп, это ноябрьский сценарий, прошу прощения. Стояла лютая зима 2016-го. Черт, кто листы перепутал? Так, все. Стояла уже теплая весна 2017 года. Студенты, раздавленные отсутствием свободного времени, 10 раз пожалели о том, что прошли кастинг в КВН. О, а это новенькие, подумал ведущий. Вот те, кто написали мою контрольную на 2, подумал Иван Владимирович. А это те, у кого 4 вопросика за лекционное домашнее задание, вспомнила Гузель Евгеньевна. Вот те, кто сегодня по традиции опозорятся, поняли второкурсники. А кто это такие, задумался Вячеслав Алексеевич. Команда не знала, с чего начать, и неловкую паузу прервал капитан. А нет, не прервал. Эй, голос! Вообще-то я здесь капитан? Это Миша, и у него завышена самооценка. А это Ваня, он из Луганска. По мнению украинцев, именно так выглядит типичный житель Донбасса. Это Ильнар Исмаилов, москвич в 6-м поколении. А это Маша, и мы не знаем, что она тут забыла. А это Доминик Васильевич, здесь уже красавчик. А это Никита и Глеб. Они из Иваново. А тут они просто прячутся от невест. Ну, слушай, Доминик, надо брать вот эти вот людей. А я просто ваш закадровый голос. Что ж, добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем!
Как мы все хорошо знаем, 2016 год в России был объявлен годом кино. Так давайте все вместе окунемся в атмосферу всеми любимых советских фильмов. И давайте представим, что было бы, если герои советских фильмов сдавали экзамен на ФГУ. Здравствуйте, здравствуйте все! Какие все сегодня красивые! Просто невероятно! Екатерина Павловна, отлично выглядит! А что это за штатный мужчина? Никогда вас раньше здесь не замечал! Так... Бонжорно! Я прошу прощения! Не могли бы вы поставить мне зачетик? Очень нужно! Время поджимает! Очень тороплюсь! Ну, пожалуйста! Ты приходишь ко мне в аудиторию в день сдачи своего экзамена. Но ты делаешь это без уважения. Ты пропускал мои лекции, не ходил на семинары. Ты даже не знаешь моего отчества. Я понимаю, ты нашел в Капитолии рай. Но бывал я в Капитолии, ну всего пару раз. Ну а кто не был? Я даже уверен, вы были. И даже вы были, я уверен. Разберись с ним, Джонни. Не-не-не, насилие на сцене нам ни к чему. Действительно, давайте разрешим посадку другому интересному персонажу. Здравствуйте, товарищ предприниматель. Преподаватель, наберу же. Пишите, извинений, преподаватель. Присаживайтесь. Спасибо, я лучше пешком поставил. Как угодно, билет цените. Не успел зайти, войти, уже балят меня. Можно другой билет? Пробуйте. Товарищ преподаватель, я тебе сейчас один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Я этот вопрос первый раз вижу. Можно позвонить? Ну только недолго. Алло? Екатерина Павловна, хочу. Алло, Екатерина Павловна, срочно помогите! Билеты, экзамены, ФГУ! Побыстрее, молодой человек. Екатерина Павловна, вы же мне говорили, что такие ФГУшники, как я, на улице не валяются, ОАЭ! Побыстрее, говорю же. Слушайте, вы наконец дадите мне поговорить или нет? Ну, Екатерина Павловна, ну помогите. А через неделю? А через год? Ок, а если будешь ждать? Занято. Геннадий, я тебе тут уже никак не помогу. Екатерина Павловна сказала. Ну, товарищ преподаватель. Ну, глаза у вас добрые. Я так думаю. Ну, помогите. Генеральная? Через год помогу, может быть. Как, не стыдно? Живого человека из аудитории выгоняют. Не, что-то это слишком грустно. Действительно. Но я знаю еще одного персонажа, который точно бы сдал на факультете государственного управления. Скрипнул до дверь. Все, у меня холопы сидят. Да, тесноватенько тут, да. О! А ты чей край будешь? М? Алло. Местный я. Местный ты? Руку целуй. Руку целуй.
Ляпота. Ляпота. Зачетик мне поставь. И по-быстрому. Джонни, разберись с ним, мы с этим психом. Джонни, я тебя на кол посажу. Нет, Джонни! У царей точно нет шансов на госуправление. Очень жаль. Все. Ладно, видимо, придется самому показывать. Конечно. Добрейший вечерочек. Товарищ преподаватель. Здравствуйте, Александр. Добрый... Миша. Добрый вечер. Миша, Миша, да. Я, собственно, по какому поводу? Зачет? Зачет. Зачет. Вы ведь... Я... Да, почему уставший такой? Тяжелый. Уже вы какой-то выглядите, Александр. Миша. Да-да, Миша. Уставший очень. Лекционные записи перечитывал. Правильно. Докладики повторял, которые писал. Правильно, Михаил, правильно. Кейсы сдавал, помните? Кейсы. Конечно. Вы же проверяли? Я проверял. Проверил все кейсы, Михаил. Это очень приятно слышать. Спасибо. Вы, я же издалека. Да, я издалека забыл. Вы угощайтесь. Тут мама конфетки передала. Немножко открытые, но с боржоми хорошо. Угу. Нет? Хорошо. Тогда, может, яблочко? Да-да-да. Большой. 75 рублей. Что хотите, Александр? Я-то хочу максимум, но я не закончил. Я же издалека, я же говорил, да? Пирожочки от кружка авиастроителей в местном ДК. Угу. Попробуйте. Михаил. Михаил. Что вам нужно от меня? Мне нужен зачет. Зачетик хотите? Ну, можно, да. Ну, вижу, готовились. Коль, да и кейсы я ваши все проверил. Все кейсы, да. Давайте сюда зачетки. Хорошо. А она уже у вас. Отлично. Я подготовился. Поздравляю. Благодарю вас. С вами была команда первого курса. И пусть сегодня у нас немного шансов победить. Но если уж у Трампа получилось, то почему бы и нам не попробовать? Сборная первого курса, а на сцену у нас приглашается сборная второго и третьих курсов. Приветствую! А высоко-высоко на Воробьевых горах стоял маленький, но очень гордый факультет государственного управления. Только на факультете государственного управления кальянные открывали чаще, чем таланты. Стать нормальной легче, чем трудоустройство. Именно что скорее ФГУ, стаканчики из Бургер Кинга передаются по наследству. Да у нас даже в песне поется. Этот парень был из тех, кто просто... Поступил на ФГУ, да! Мое сердце остановит. Но ничего, после Александра Ивановича Соловьева это не так страшно. Она хотела бы жить на Манхэттене. Но зачем, когда есть комната в доме студента на Ломоносовском? Эй, детка, откуда ты? С эконома. А я с ПГУ. О боже, женись на мне! Но я женат. Если твоя жена с ПГУ, то пусть тоже женится на мне. А на сцене сборная второго и третьего курса. Привет! Господи, ребята, нам нужно быть динамичнее. Вот это юмор, а это шутка. Ха, юмор, шутка. Вот это марш, а это утка. Ха! Маршрутка! Юмор-шутка! Маршрутка! Ха! Шутка юмора в маршрутке! Здравствуйте, за пресс возьмите, пожалуйста. А что это, новая купюра? Ну да. А почему на ней «Единая Россия» изображена? Ну, так выбрали. Так выбирали же города. Выиграла «Единая Россия»? Ну да. И не придраться. А я Маша, но моя родина...
родители зовут меня Гердой, потому что я встречаюсь с отморозком. Недавно Дмитрий Медведев предложил учителям уйти в бизнес. Представил учителя, который пошел еще дальше и стал бизнес-тренером. Здравствуйте, дети! Хотя какие вы к черту дети? Вы лидеры! И я хочу узнать, кто из вас решил 307-ю задачу? Ну как мы ее решим? Вы нам за весь семестр дали только набор мотивирующих цитат. Ну просто я хочу, чтобы вы сами прошли этот путь. Алина, а ты сделала домашнюю работу? Нет, я дяде помогала. Может быть, хватит работать на какого-то дядю? Ребята, берите пример с меня. Мне 23 года, я зарабатываю 10 тысяч евро в месяц. Хотите так же? Нужно просто... брать? А ты моя лучшая ученица! Чтобы больше доверять своему парню, я прогоняю его комплименты через антиплагиат. А теперь случай в Туле. Дорогой, выбирай, или я, или пряник. Милая, ну давай не присумовали. А где он? Я продала его и купила нам чайник. Да ты что, нас же так прописки в Туле лишат. Да еще мой дед пил чай из этого самовара. Мой отец ходил в армию в сапоге с этого самовара. Я на этом самоваре кальян делал. Да когда ж ты уже блох из дома выведешь? Ну это младшенькому на труды, он не всех подковал. Как говорится, в семье не без правши. Гимн города заиграл, мэр зовет всех на площади с пушки стрелять! А в семье называют меня ни рыба, ни мясо. Но так самое время в пост! Представьте, что все депутаты Госдумы стали ходить на собрания, и все лифты оказались переполнены. Вы уверены, что нам поверят, что мы все из-за этого пропустили? Ну, похоже, не надо было тут на все кнопки нажимать. Да. Так, ну, вы из «Единой России», вас тут больше всех, выходите. А ты кто? Самовыдвиженец. Ну, вот давай, выдвигайся. Ребят, ну чего вы встали? Давайте продолжать. Маша! Маш, выйди, объяви миниатюр, Маш! Егор, да она вчера с парнем познакомилась, и вот думает, сколько ха-ха ему написать. Ха-ха или ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха? Да отправь ему Азаза. Азаза? Нет, отправь ему солнышко, пусть думает, что ему что-нибудь светит. А чтобы в школе меня не дергали за косички, я заплела в них колючую проволоку. Да-да, у нас кто шутку написал, тот ее и говорит. В кризис нужно пробовать что-то новое. Даже балабановская спичечная фабрика решила снять рекламный ролик. Хочешь выглядеть крутым, а рядом с тобой есть только полено? Нет зубочистки, зато есть мы. Зажигалкой в зубах не поковыряешься. А для нас не нужен ароматизатор, ведь наш запах нравится всем. Балабановская спичечная фабрика «Искра буря». Конфорка зажглась. Ну, дорогие друзья, и в завершение. В марте этого года НАТО официально признало КВН идеологическим оружием. Поэтому, когда нас спрашивают, а зачем вы стоите на этой сцене, мы отвечаем: если бы не мы, на этой сцене уже могли стоять войска НАТО. Спасибо сборной 2-3 курса. А на сцену приглашается сборная 4 курса. Вставай, давай быстрее. Добрый день, Куваян.
А, это ФГУ сегодня здесь. Ну давайте поприветствуем друг друга. Здравствуйте, здравствуйте, четвертый курс на этой сцене. Поаплодируйте нам. Отлично. Мы четвертый курс, дорогие друзья, и мы в этом году выпускаемся. И никто из нас не знает, что же с нами будет. Я знаю, что с вами будет. Я уже закончила. Спойлеры, спойлеры! Сейчас я вам все расскажу. Вы придете на ГО, захотите списать, но у вас ничего не получится, ведь там будет сидеть четкий Лексин, внимательный Соловьев. Вы попытаетесь все написать сами, напишите на 4. Ладно, ладно, ты на 5. Потом вы поступите в магистратуру на ФГУ. Да, Екатерина Павловна? Потом придете снова на эту сцену, возьмете кубок декана в первый раз. Ладно, ладно, может быть, во второй раз. Порвете зал, споете финальную песню и уйдете. Не знаю, что это было, но чтобы победить сегодня, точно нужно шутить на уровне. Друзья, не обращайте внимания, просто у всех есть свой Сережа, да? Вот наш Сережа, он любит шутить на уровне прятки и группу Любе. А ты там, 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 где смородина растет? Сереж, а откуда ты вообще взял вот, ну, вот эту вот песню? Сереж, может мы прекратим наконец этот балаган, а? Ребят, а почему на каждой игре я говорю не больше 10 слов? Полин, так ты и сейчас сказала ровно 10. Это рекорд. Какой? Друзья! Может, мы наконец-то начнем? Поехали! Четвертый курс, и мы начинаем! Зал презрительный зал, ну вот настал учебы финал. И если мы где получим диплом, то обязательно работу найдем. Я найду! А я на трассу пойду, все потому что человек другой расы. А ты пойдешь на... Хватит, хватит, хватит. Команда подойдет к этому. Мы скоро получим диплом. И, несомненно, каждый из нас найдет ему свое применение. Если чат-чат-чат, сирома, будет чат-чат-чат. У каждого преподавателя есть любимый ученик, но есть также и не очень любимые. Так, ну ладно, я понял. Вопрос попроще. Кто был Брежнев? Брежнев был космонавтом. Так, ладно, ладно, я понял. 3. Ладно, 4, все. 5. Дурак. Скоро лето, пора университетских выпускных. Итак, представьте, староста, ну, заснул до конца вечера. О, смотрите, смотрите, наш староста уснул. Гордость курса. Красный диплом. Давай. Кто сегодня готов ответить? Я готов, я готов. А кто на сегодня отсутствует? Иванова нет. Вовы не было целый месяц, о боже. Так, сдаем зачетки. Где мой зачетка? Где моя зачетка? О, нет зачетки. Почет и уважение, Вячеслав Алексеевич. Почет и уважение, Вячеслав Алексеевич. Вячеслав Алексеевич, никому. Почет и уважение, Вячеслав Алексеевич. Почет и уважение, Вячеслав Алексеевич. Наши преподаватели идут в ногу со временем. Итак, сейчас мы увидим фрагмент из их чата в WhatsApp. Здравствуйте.
Включите экран. И выключите микрофон. Спасибо. Обещаю, будет смешно. Мы не сомневаемся? Как слышите? Он синий. Дублирование сделайте. Давайте вместе. Раз, два, три. Экран. Гони! Неожиданно начался час земли. Итак, мы увидим отрывок из чата наших преподавателей. Простите за задержку. На самом деле, у нас уже вовсю идут зачеты, но тем не менее мы здесь. Потому что зачеты, если что, мы пересдадим, а на этой сцене больше не будем. Команда 4 курса, спасибо. Спасибо сборной 4 курса. А на сцену приглашается сборная 1 курса магистратуры. Так, стоп! Ян, ты что делаешь? Мы договорились же командой выступать, алло. Ребят, я буду одна, единственная выступать за первый курс магистратуры. Ребят, вы там за сценой постойте, я скоро к вам подойду. Ты а почему-то на сцене только ты одна выступаешь. Ты куда? Всех остальных дело. Бакалавры, перешедшие в магистратуру. Их осталось всего 20. Сохрани их. Порадуй Екатерину Павловну. Так, стоп! Где все? Что это? О! Ребят, а вы кто такие? Мы из ГУ. Это что, из Выхина, что ли?
Ребят, слушайте, я совсем вам забыл сказать, вы не на ФГУ поступили, а мы на ФГУ поступили. Ну, что вы так? Ты чё, э? Ребят, а вы чё, первый курс, что ли? Ну да, первый курс. Магистратура! А на саммите большой двадцатки было всего 19 стульев. Конечно, есть. Ну что ж, давайте представим случай на экзамене. Следующий. Здравствуйте, я готов. Здравствуйте, тяните билет. Билет номер 9. Садитесь, готовьтесь. Прошло некоторое время. Молодой человек, время вышло. Прошу работу проверить. Ведь настал ваш черед мне сейчас же ответить. Он сказал это мне в стихотворной форме. Я ему сейчас покажу. Я готов. Напомните фамилию вашу? Синельщиков. Хорошо, отвечайте. Первый раунд, пошумим! Что? Я хотел сказать, ответим. Ваши попытки запугать меня напрасны. Ведь я все равно его сдам экзамен на отлично. Хоть я и не ходил на ваши лекции, семинары, и целый семестр вы меня не видели лично, но я скажу спасибо своей группе. Без нее я не получил бы надежной опоры, ведь я приготовил сам лучший козырь. Вот эти шикарные шпоры. Задавайте мне 2, 3, 5, да хоть целый список вопросов. Мне больше ничего не страшно после защиты диплома и госов. Я спокойно обойду сессию, но не обойду факультет стороной. Знаю, что в отличие от вас у меня есть навык управления любимой великой страной. Бря, раунд! Салага. Красиво говорите, только ответ на вопрос размытый и смятый. Я спрашиваю строже, чем постовой, Купряшин, Соловьев вместе взятый. Я вершу вашу судьбу. Посмотрим, кто будет смеяться завтра. Ведь вы гуманитарий? По утрам готовить будете макзавтрак. И сколько бы вы ни пытались понять и учить мой предмет, на все ваши попытки прозвучит холодное «нет». Уходите ни с чем. Мне пора на дачу. А увидимся мы позже. На пересдаче. Раунд! Все же заметили, что на факультете стали проверять посещаемость. Докатились. Но не все студенты прогуливают пары. И они не знают, как проходит встреча с Екатериной Павловной.
Итак, представьте, 2 часа дня в кабинет Екатерины Павловны. Прогуливает, больше не прогуляет. Екатерина Павловна, новые списки принес. Спасибо, Максим Викторович. Да, конечно. Так, о, Бабкин. Так у него же уже один палец остался, чем же он писать будет. Так, Малинин. Я же его с виселицы забыла снять. Саш, ну ты ему Н-ку не ставь. Ну с кем не бывает, ну забыла. Ой. Так, Светочка, Фоменко ко мне и Милева. Да, Екатерина Павловна, вызывали? А, он готов, заберите его. Конечно. Давайте сюда. Здравствуйте, Екатерина Павловна. Вызывали? Ты где был? Миленькая моя! Ну, пожалуйста, Екатерина Павловна, я только один раз прогулял. Ты где был? Екатерина, у зубного я был. Больше не будут зубы болеть. Ты сам пожалуйста. Себе наказание придумал. Нет, только нет. Максим нет, Викторович. Пожалуйста. Плоскогубцы мне. Нет. Дорогие друзья, не прогуливайте пары. Не расстраивайте Екатерину Павловну. Ну и традиционно на факультет госуправления мы пригласили Владимира Владимировича Путина. Добрый вечер, ФГУ. Вы знаете, за год так много произошло. Я вот в прошлом году приезжал ребят поддержать. Кубок они так и не выиграли. Да, Слав? Договаривались же. Ну ладно. Спасибо за уговорю. Он у нас закончил, кстати, световключательный институт. Да, правда? Так вот, этот год у нас объявлен годом экологии, вообще-то. И вы знаете, я очень люблю редких животных. Мне сказали, что на факультете есть редкие тигры. Тигры ФГУ. Кстати, где они? Тигрята. Ну ладно, мне пора. Антон, а тебе не кажется, что Путина в нашем выступлении слишком много? Владимир Владимировича много не бывает. Правда, Слава? С вами была команда КВН первого курса магистратуры. Спасибо! Спасибо сборной первого курса магистратуры. Еще раз аплодисменты. И все команды приглашаются на сцену для следующего конкурса. Да, все команды. Так. Уже, я так понимаю, уже готовы оценки по первому конкурсу, да? Так. Итак, сборная первого курса. Оценки. Четыре. Спасибо. Напоминаю, максимум 5 баллов. Сборная второго и третьего курса. 4, 5, 5, 4, 3. Спасибо. Сборная четвертого курса. 4, 5, 5, 5, 4. И сборная первого курса магистратуры. 4, 5, 5, 4, 4. Спасибо. Ну а мы переходим к следующему конкурсу. Это конкурс «Триатлон». Сейчас немного объясню правила. Значит, сейчас от каждой команды по представителю выходит и будет зачитывать по 2 шутки.
Жюри вычислит слабейшего и исключит его из дальнейшей гонки. Затем следующие команды остаются на сцене и отвечают по очереди на вопросы от жюри. Каждый член жюри задаст по вопросу, и команды должны как можно смешнее на них ответить. Итак, сейчас по представителю из каждой команды выходите поближе к сцене. Я так понимаю, все готовы, да? Ну что, тогда начнем. С кого начнем? Давайте начнем с вас. Итак, сборная первого курса магистратуры. Ученые из Института интриги выяснили кое-что интересное. Случай на экзамен. Да не волнуйся, я красивым девушкам автоматы ставлю. Тяни билет. Спасибо. Сборная второго и третьего курса. Самец кенгуру впал в ступор, когда его самка попросила купить новую сумочку. А во времена Виктора Гюго не было френд-зоны, а были лишь отверженные. Об актуальном. Собянин призвал Госдуму поддержать законопроект о сносе ветхого пятиэтажного жилья. Из ректората МГУ в спешке пришел приказ достроить шестой этаж в общежитии ФДС. Недостаток лайков, то бишь подписчиков, в Инстаграме Гузель Евгеньевна Шикина ликвидировала, выложив ответы на лекционку. Сборная первого курса и сборная четвертого курса. Еще раз здравствуйте. Если у вас дома выключили отопление, не беспокойтесь, встаньте в угол. Там 90 градусов. Сегодня я поздоровался с бабушкой около подъезда, а она со мной нет. Наркоманки, наверное. Спасибо сборной четвертого курса. Так, сейчас жюри должно решить, какая команда была слабее чуть-чуть. К сожалению, магистратура выбывает. Спасибо. Микрофон, пожалуйста. Ну, верните микрофон. Так, спасибо. Сейчас от каждого члена жюри последует вопрос. Так, у вас там есть микрофон, да? Всем задавать, да? Да, всем, конечно. Что будет, если скрестить ФГУ, Почту России и Манчестер Юнайтед? Сборная четвертого курса. Но футбол и так до студентов иногда долго доходит все, а преподы часто отфутболивают их. Сборная первого курса. Можно еще раз вопрос, пожалуйста? Что будет, если скрестить ФГУ, Почту России и Манчестер Юнайтед? Министерство спорта Эстонии. Сборная второго, третьего курса будет отвечать? Хорошо. Следующий вопрос. Сколько лет, сколько зим? Повторите вопрос. Сколько лет, сколько зим? Сколько осень, сколько весен? Thank you.
Сколько лет, сколько зим. Так это ж девиз Почты России. Сборная первого курса. С вами, Иван Владимирович, только одна зима. Спасибо первому курсу. Скажите, пожалуйста, каков был бы девиз вашей команды, если бы вы играли КВН или Кубок Декана 1 сентября? Девиз вашей команды, если бы Кубок Декана был 1 сентября? Сборная 2-3 курса. А можно еще раз вопрос? Какой был бы девиз вашей команды, если бы Кубок Декана проходил 1 сентября? Да мы и так только вчера собрались. Повторите, пожалуйста, вопрос. Какой девиз был бы у вашей команды, если бы Кубок Декана проходил 1 сентября? Сколько лет, сколько зим, 4-й курс, непобедим. Вашей командой, если бы Кубок Декана проходил 1 сентября. С Новым Римским годом! Девиз вашей команды 1 сентября. Ну где 1 сентября, там и 6 апреля. Спасибо за смешные ответы. Вопрос. Что будет, если скрестить Александра Ивановича Соловьева, московский «Спартак» и Майкла Джексона? Можно повторить, пожалуйста? Что будет, если скрестить Александра Ивановича Соловьева, московский «Спартак» и Майкла Джексона? Я так понимаю, это все законопроекты Госдумы в этой сессии? Будут ответы. Давайте считаю до 40, уже 39. 39,5. Александра Ивановича Соловьева, московский «Спартак» и Майкла Джексона. Получится мой диплом. И нет, типа, мы точно не проходили. Не смешно. Спасибо.
ответов больше не будет, да? Вопросы только? А, вопрос следующий. Продолжите, пожалуйста, фразу. Улучшить посещаемость можно. Улучшить успеваемость можно. Продолжите эти две фразы. Спасибо. Каким способом? Екатерина Павловна, это они придумали. Так, Жора. Повторяйте. Продолжите, пожалуйста, фразу. Улучшить посещаемость можно. Пожалуйста. Уходить во время игры нельзя. Улучшить успеваемость можно. Перебивать Екатерину Павловну нельзя. Спасибо, Жора. Умница. Повторить вопрос? Екатерина Павловна, другой вопрос хочу. Это невозможно. Могу только повторить. Пожалуйста, продолжите фразу. Улучшить посещаемость можно. Можно. Спасибо. Я вас поняла. Улучшить успеваемость можно? Можно. Спасибо, я вас поняла. Вы приглашаетесь на компот. А вот это мне нужно. Еще вопросы есть? Спасибо. Поэтому перебивать нельзя. Спасибо, Жора. Еще ответы будут? Это рискованно. Егор, пожалуйста. Ну, я в этот раз на компоте был. Вопрос повторить? Давайте. Не тот, который был на компоте. Итак, Егор, улучшить успеваемость можно. Продолжите фразу. А можно дальше? Улучшить успеваемость можно. Вернуть здоровый сон нельзя. Спасибо, Егор. Я так понимаю, все, да? Спасибо командам. Команды могут отправляться, готовиться к следующим конкурсам. Спасибо, ребята. Спасибо. Я напоминаю, что максимум по этому конкурсу 1 балл. Команда, вылетевшая первая, автоматически получила 0,4, а сейчас вам предстоит просто распределить 0,6, 0,8 и 1 балл. Каким командам? Вот. Собственно, мы это узнаем потом. А сейчас следующий конкурс. Это конкурс «Стоп снято». Видеоконкурс. И первыми на сцену приглашается первый курс магистратуры. Хорошо, пока готовится видеоконкурс, объявлю предварительные результаты. Значит, у первого курса 4,2. У второго, третьего курса 4,2. Четвертый курс 4,6. Первый курс магистратуры 4,4. Жюри готово объявить результат. Хорошо. Стоп, стоп, видео. Декан говорит. Готово объявить результат триатлона. Слушаем. Второй, третий курс 0,6. Первый курс 0,8. Четвертый курс 1 балл. Спасибо за оценки. Переходим к видеоконкурсу. Итак, первый курс магистратуры. Thank you.
Давайте лучше посмотрим, что у нас там творится. Давай. Нашел. Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья. Вы работать будете или нет? Это что такое? Если идти работать, то по профессии, наверное. Не зря учились. Чтобы, да, по специализации надо работать. Владимир Иванович, я недавно закончил МГУ ФГУ. Сейчас ищу работу. Вот я, кстати, резюме принес вам. Почитайте. Достаточно интересно. Хотелось бы поработать по специальности. Может, в управу какую-нибудь, если можно. Вот. Результаты очень закончили работу по формированию состава правительства Российской Федерации. И я... Ну не знаю, здравоохранение, транспорта, не знаю. Вот. Ну все, давай, потом мне перезвонить, давай. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Шувалов. Вам звонил. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Сурков Владислав Юрьевич. Владислав Юрьевич, поздравляю. Спасибо. Министр культуры Российской Федерации Мединский Владимир Ростиславович. А что ж такое-то? Нас у них нет. Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров Сергей Викторович. И Абызов Михаил Анатольевич, министр Российской Федерации по связям с открытым правительством. Спасибо. Я прошу немножко внимания. Если вдруг кто-либо из вас по каким-либо причинам захочет отказаться от своей должности, либо там, мало ли что бывает, подменить кого-то надо, то, пожалуйста, нам звоните. Мы с удовольствием, с радостью, если нужно, мы вас подменим, подстрахуем, все будет в порядке. Кроме вас, Ульгаев, на ваше место мы не хотим. Как пройти? Ой, Ян, привет. Ой, привет, Андрей. А что ты здесь делаешь? Кабинет свой еще. Слушай, давай я тебе помогу. Пойдем. Пойдем. Орденом дружбы награждены. Бегали нам в ордене. Ну, слушай, походу это твой. Да, похоже, мой зал, да. Слушай, ничего такое, да? На одной дороге во Французской Республике. Ну, смотри, там мероприятие какое-то пропустим. Да. Может, из тебя? Может, меня ждут. Может, надо сходить, слушай, да? Там проверить. Спасибо сборной первого курса магистратуры. Напоминаю.
напоминаю, что в этом конкурсе можно было как предоставить видео, так и видеоозвучку. Чем и воспользовалась команда 4 курса. Встречаем команду 4 курса. Сказал, что комиссию по отчислению не сдал, а сам на 4 курсе, олух, представляете? Говорит, не важно, что напишем, главное, чтобы шанс дали. Ну, шанс дадим, просто такая ситуация. Так это же незаконно, он же здоров. А вдруг потом проверка придет, нас же посадят. Что-нибудь придумаем. Ведите пациента. Ой, аккуратней. Пойдемте, пойдемте, мне справочка нужна. Так, мама сказала, мне к главврачу идти. Где он? Пустите, пожалуйста, меня к главврачу. Дверь откройте, я сказал, мне на экзамен надо. Спокойнее, товарищ. Заходите. Ну вот, решили ситуацию, дружище. А вы говорите незаконно. Звоните, Екатерине Павловне, все хорошо. Спасибо, сборная 4 курса. Следующая видеовизитка сборной 2-3 курса. Как вы все знаете, в прошлом году Вячеслав Алексеевич Никонов избирался в депутаты Государственной Думы от Нижегородской области. Итак, к нам попали уникальные кадры его предвыборной кампании. Блин, так и знал, что вместо Яндекс.Такси надо было Uber заказывать. О, кубок декана в ноябре. А, все равно без меня не начнут. Братан, до Нижнего долго осталось? Слушай, я к тебе перелезу, а то тут стало сзади зябко совсем. Ох! Миша? Никонов Вячеслав Алексеевич, номер 1 в бюллетене. Да я знаю, знаю. Слушай, ты бы помедленнее гнал, а то у тебя тут иконки висят. Вообще-то это моя мама. А вы почему в таком костюме? Да, я с факультета еду, там сегодня комиссия по отчислению была. И как прошло? Ну, как я говорю, голливудские звезды набирают 1000 лайков, посмотрим, сколько из подписей соберет приказ о твоем отчислении. Сверни сюда, за губернатором заедем. А тем временем в резиденции губернатора. Привет, губернатор дома? Да, костюмы еще. Кто заказывал эти желтые кроссовки? Слушай, кстати, нам нужно усиление, давай с нами, мы едем в Автозаводский район. Поэтому вы в таком костюме? Ну да, там в другом лучше не появляться. А вам не кажется, что моя машина не выдержит губернатора? Все, она выдержит. А что? У вас пьет постоянно. Энергетик с витамином С, так сказать, заводной апельсин. Будь поласковее. Поласковее? Вообще-то ты вчера после энергетика так резво подписывал указы, что чуть не ввел новые санкции. Братан, запомни, если Нижний Новгород случайно вступит в Евросоюз, то это все из-за него. Скажите, а нас ждут перемены? Ну да, губернатор у вас сменится. В смысле губернатор сменится? Ну, не знаю, часики-то тикают.
А где мы, кстати, едем? А да это новая дорога, к чемпионату мира построили. Ну все, приехали. Спасибо. Ты, кстати, за какую партию будешь? Да я буду голосовать за пятую партию. Ты чего? Вообще-то Единая Россия 10-я в списке, за нее голосуй. Ну, бывай. А деньги? За деньгами губернатору. Че на? Не-не, ничего. В общем, действуем по старинке. Мы с губернатором пойдем общаться с обманутыми дольщиками, а ты с молодежью. Ты бы хоть уши вычислил, что ли. А когда мы разберемся с Нижним, наведем порядок у вас. И следующая видеовизитка первого курса. Итак, случай в деканате. О, Вячеслав Алексеевич, это вы? Неужели? Давненько вас здесь видно не было. Столько дел скопилось. В этом году столько студентов набрали, просто невозможно. А студсовет у нас слишком активный стал. Председатель вообще много на себя берет. И слышала я, что его даже выбрали нечестно. Не то, что Машу Алаеву. О, Екатерина Павловна, это вы? Ну, ведите сюда этого активиста. Разберемся сейчас с ним. Полилов! Как в студсовете? Да все прекрасно, идем по... Ой, аккуратно, Сашенька. Вы же не будете на меня жаловаться? Нет, конечно, Екатерина Павловна. А вы? Конечно, нет, Сашенька. Вячеслав Алексеевич. Вячеслав Алексеевич. Вячеслав Алексеевич. Тут Екатерина Павловна. Она меня ни во что не ставит. Вообще, тут не видите. Екатерина Павловна. Вячеслав Алексеевич. Нет. Ах, Сашенька. А говорили, что не будете жаловаться. Все у вас тут совете такие. Я люблю учебную часть. Посвята не будет. Я буду хорошо учиться. Да, хорошие у нас все-таки студенты. Послушные. Да, Кирилл Павловна? Да, конечно, Вячеслав Викторович. Заезжайте почаще. Всего сборной первого курса. И всем командам. Ладно, можно включать свет. А то мне страшно. Спасибо. Так, я напомню, что максимум по этому конкурсу 5 баллов. Так, если оценки готовы, то можно начать. Первый курс магистратуры. 5, 5, 5, 4, 4. Спасибо. Сборная четвертого курса. 4, 4, 5, 5, 3. Спасибо. Сборная второго, третьего курса. 4, 3, 4, 4, 3. Спасибо. И сборная первого курса. 4, 5, 5, 4, 4. Спасибо. Ну что ж, мы... А предварительные результаты будут или нема? Хорошо. Пока что скажу, что завтра у нас команда от ФГУ играет в УКВН в 1/8. Называется МХАХАТ. Вот, 18:30 в первом ГУМе, да? Да. Вот. Всех ждем. Приходите, болейте. А так сами не болейте. Вот. Ну что, есть уже результат, нет? Ну хорошо, все. Мы переходим тогда к следующему конкурсу. Музыкальный конкурс. Свободное плавание, то есть здесь каждый мог выбрать свободную тему, никто ни к чему не обязывал. Первая на сцену выходит первый курс магистратуры. Свет. Хорошо, ладно, пока объявим баллы. Итак, предварительные результаты. Стоп, музыка. Спасибо. Света, а здесь как вообще? Ты можешь по-русски, а не по-армянски писать? Так.
Меня тут попросили не шутить. А то отчислят. А я и так не учусь. Вечереет. Первый курс магистратуры. Хорошо, поехали. Экран. Уйдите, пожалуйста. Но вот только невозможно разменять нигде, и в палатку смысла нет идти с ним например. А в Хабаровске Хабаровск видел только мэр. Давайте заново начнем. Можно заново? Какая новая получилась. У всех микрофоны работают, да? Раз, два. Этот город самый лучший город на земле, но вот только невозможно разменять нигде, и в палатку смысла нет идти с ним например. А в Хабаровске Хабаровск видел только мэр. Этот город чуть похуже город на земле, но зато он чаще в руки попадает мне. На него в Москве ты можешь кофе лишь купить, а в Ярославле с Ярославлем месяц можно жить. Этот город третий лучший город на земле, получить любую справку помогает мне. Из Архангельска с обозом Миха приходил, МГУ любимый Ломоносов подарил. Я не знаю, где еще надыбать мне бабла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но я знаю, что Москва вдвойне приятней, чем столица на Неве. Этот город для маршрутки, город на земле, только после клуба в кошельке. Никогда не проверяют Красноярск на свет, ведь на Красноярск не купишь ПГУ обед. Я не видел никогда купюру 10 тысяч, она пока сюрприз. Но им трудно угадать, подумать, если при приблизительный эскиз. Вот это! Всю страну исколесить, поля и горы для чего спешить, скажи. Все мечтали отыскать заветный город, чтоб хватило на всю жизнь. Бабла! Спасибо магистратуре. Еще не все. Выключите свет, пожалуйста. Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места.
Спасибо. Так, следующий музыкальный конкурс от сборной второго и третьего курса. Встречаем вас. Изюминка. Маш, ты изюм хотел или что? Изюминка советского кино — это песни. Но что, если некоторые стили стали неактуальными? Представьте, что хип-хоп придумали в Советском Союзе. Воу-воу-воу-воу, я не вижу ваши партбилеты у КВН. Шуваловский. 1965, коммунизм вместе будем строить. Оу-е, поехали. Поехали. Мой лучший друг — это Леонид Брежнев. Наш лучший друг — это Леонид Брежнев. Воу, эпоха застоя, братан, все неизбежнее. Воу, в нашей тусе правых нет, потому что мы... большевики! Молодец, товарищ! Настоящий коммунист свеж. Союз, союз, союз. Не уедешь ты, братан, за рубеж. Союз, союз, союз. Привет коммунизму вождям. Капиталистам мир не продам. Союз, союз, союз. Пусть я усы отрастил, как будто Сталин вернулся. На черной Волге моей успех прямо по курсу. Пальто, пиджак и очки. Успех меня ждет по любе. Записывай адрес, братан, Лубянка, дворец КГБ. Сейчас комсомола и прежнего век. И никто не знает гадкого слова «тверд». Давай, родная, за хип-хоп, за родину, за Сталина. Да. Я скажу тебе да. Если мама в КПСС, то есть что поесть. То есть что поесть. О-о-о-о. А сейчас немного лирики. Ёлка, на которой ты плакала, платье пошиты все одинаково. Одни снежинки, красные шапочки, и младший братик подарок твой сладкий съел. Но не стоит унывать. Эй, типа, от каждого по способности, каждому по патефону. Мама, я в Артеке, мама, мама, я в Артеке, бау, мама, я в Артеке, тут как зона дискотеки. И как говорил Гагарин, let's get it started, babies, come on. Хочу чехословацкие туфли и в Ялту хочу. И я не одна, мечтаю об этом. Ведь выбора нет в стране советов. Я хочу. Нет, я хочу подарки из Прибалтики и патефон хочу. Я своему любимому устрою скандал для того, чтобы он все это у подписки вы заказал. Воу! Брехать не надо, Ленин нам не дед. Запомни, парень, Ленин is not dead. Внучка! Внучка, эй! Эх, Катька, огурцы, палейка, быстро лейка и детка. Это сено для коровы, ты забыла, где же гуси? А? Где же гуси? А? Где же куры? Где же кожи? Где же свиньи? Это лучший компост века, Алексей! Синизата, хозник лучший. Да я Гагуся, эй, председатель, эй, сельсовета, эй, самогонщик, эй, самый лучший, эй, самогонщик, эй, под ячейка, оп, под ячейка, эй, короче, под ячейка. Мне тут сейчас позвонил Горбачев и сказал, что собирается к нам на тусу. Оу, щит. Будь здоров. В общем, давайте сворачиваться, пока он нам тут все не развалил. Спасибо за внимание. Спасибо сборной второго и третьего курса. Следующими приглашаются сборная первого курса.
приказ отчислить из числа студентов первого курса Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова 15 человек за академическую неуспеваемость. Ну, что, господа первокурсники, закончилась ваша учеба в МГУ? Чего мне говорить, а что понять мою печаль, свою зачетку посмотри. Ты помнишь, был на весе, и ты в Шуваловский ходил, и лишь теперь понятно мне. Как вы найти должны. Прощай и пересдать, не обещать, и ничего мне не дари. А чтоб понять свою печаль, свою зачетку посмотри. Ты вспомнишь шпиль на МГУ, и как в столовой зависал, и лишь теперь понятно всем, что ты с учебой завязал. Приглашаются на сцену сборная четвертого курса. Сразу понял я, что нужно будет жестко помнить, дала понять всем сразу. Екатерина Павловна,
этих все сказано. И вот я словно черт лечусь в июне, потом июль, и соловьёву просто так не сдашь. Но мы рискнули, а вдруг вот поставит мне, отчислен буду я, а ведь в мечтах моих стоит зачет. Его фамилия, и так три года днем пары, а ночью бессонница. Лексин шутит, упряжется и водится. Очень хотим сказать спасибо нашим старостам, ведь спасибо. Посещаемость на парах повышали нас совсем немного, и мы будем сдавать вопросы. Надеемся, что вы найдете полегче вопросы. Обещаем, что подготовимся и вовремя придем. А пока мы вам споем. Мы дипломы все скоро получим, ПГУ окончим благополучно. Жаль, что двери, а это время продлились. Мы не хотим еще уходить. Мы будем скоро через пару месяцев, и все в нашей жизни изменится. Но мы точно никогда не забудем вас, ведь это лучшее время для нас. И вот я словно черт лечусь в бой. Мы скоро все получим. ПГУ окончим благополучно. Жаль, что нереально время продлились. Мы хотим еще уходить. Выпускной через пару месяцев. С вами нам надо прощаться всем. Но мы точно никогда не забудем вас, ведь это лучшее время для нас. Завален учебный процесс. Папа с мамой встретил весь болезнь. Потерял весь килограмм 10. Качал. Потом пишу домашку, конспекты басового, угадайте, как там рукопашка. Нежный скис Борисова, все же строчу конспекты, времени немного, меньше двух месяцев до лета. Скачал билеты, нарезал шпоры, помолился, чтоб ни одна не выпала из моих джинс. Пальцы в мозолах, под глазами светятся круги, но скоро все закончится, это последние шаги. Надеемся, что вас порадовали чем-то новым. Спасибо вам, друзья. Шикина поставит лайк, стоп, удова. Пальцы в мозолях, мы выкладывали в этот текст всю нашу душу. Последние 4 года были самыми лучшими. Спасибо ПГУ за все, мы вас никогда не забудем. Мы дипломы скоро все получим, ПГУ окончим благополучно. Жаль, что нереально время продлить. Мы не хотим еще уходить. Выпускной через пару месяцев, и все в нашей жизни изменится. Но мы точно никогда не забудем вас, ведь это лучшее время для нас. Мы дипломы все скоро получим, ПГУ окончим благополучно. Спасибо, 4-й курс, с любовью! Спасибо 4-му курсу. Так, если у нас уже готовы оценочки за музыкальный конкурс. Так, 1-й курс магистратуры. Хорошо, оценки. 5-4-3-3-3. Сборная 2-го-3-го курса. 5-4-3-3-3. Сборная 1-го курса. 5-5-5-4-4. Спасибо. И сборная 4-го курса. 5-5-4-4-5. Спасибо. Так, сейчас у нас активно ведутся подсчеты на калькуляторах. Вот. Значит, а я еще раз скажу, что завтра у нас у КВН выступает наша команда ФГУшная. Называется МХАХАТ. 18:30 в 1-м ГУМе. Наверное, будет весело. Как сегодня. Вот. Нет, у меня выходной. Так. Да-да-да. Тогда сразу результаты передадите жюри. Они объявят результаты, а потом мы
скажем, одному известному человеку подняться на сцену. Только тихо. Он поднимется вручную. Ладно, пока все команды могут выйти на сцену, аплодисменты. А они для вас старались. Слово нашему уважаемому жюри, конечно же, точно. Совсем забыли, что не напоминаете мне. Так, слово предоставляется Александру Ивановичу. Дорогие друзья, вы знаете, вот каждый год есть какие-то мгновения, которые лишний раз подтверждают, что мы одна семья. Мы не просто преподаватели и студенты. Мы люди, которые никогда не забудут друг друга. Ни вы нас, ни мы вас. Поэтому я считаю, что сегодня получился праздник, который оставит след и в наших, и в ваших душах. Хотя, конечно, надо сказать, что на протяжении последних лет были более профессиональные выступления. Но с другой стороны, вот дух, понимаете, такой, да, творческий. Жора, не оправдывайся. Вот. Я думаю, что, знаете, может быть, когда-то сложится так, что команда выпускников примет участие в этом огневом празднике. Вот. И мы посмотрим, насколько люди помнят свою альма-матер и те переживания, которые двигали вами. Спасибо. Слово предоставляется Ивану Владимировичу. Дорогие друзья, спасибо вам. Было видно, что вы старались, было видно, что вам трудно. Мало кто понимает, что на сцене работать гораздо сложнее, чем дома. Это я вас не расстраивайте, что у вас почти ничего не получилось. Мы все равно вас очень любим и. Мы смотрели на ваше выступление не в том виде, в каком оно получалось, а в том, в каком оно могло бы быть, если бы у вас получилось именно так, как вы этого хотели. Ну, если у нас что-то получилось не так, как должно было быть, то смотрите на нас теми же глазами, какими мы смотрели на вас. В общем, если что не так, мы старались, и не сердитесь. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Екатерине Павловне. Дорогие ребята, мне очень приятно видеть вас на этой сцене. На этой сцене вы получали, вам вручён был деканом студенческий билет. Вы будете получать диплом и магистра, и бакалавриата. И в период вашего обучения в стенах Московского университета, в стенах ФГУ, вот здесь вы дарите нам праздник. Еще и шутки, смех. Я хочу сказать вам сердечное спасибо за этот праздник, который вы нам сегодня подарили. И должна сказать, признаться, что у меня ощущение, что я стала кинозвезда. Но
должна сказать, что мне придется теперь объясняться перед деканом, что я не курю, что я не кладу ноги на стол, что мне не целуют руки и пятки, ну и за многие другие вещи. Но тем не менее, я должна вам сказать спасибо, что во всех ваших шутках было нечто забавное, был некий назидательный смысл. И я должна сказать большое спасибо учебному отделу, всем коллегам, которые занимаются образовательным процессом. Это значит, не прошло все даром. Потому что была ностальгия у четвертого курса, что они заканчивают бакалавриат и собираются поступать в магистратуру. И мне было очень приятно, я видела в глазах ваших грусть, и было очень приятно ощущать, что у вас есть намерение не расставаться с факультетом, а поступать в магистратуру, мы бы очень рады. Я хочу поблагодарить первый курс, который вижу с задором, с его такой дружной ноткой и с любовью уже, которая родилась в сердце к факультету, к Московскому университету. Они стояли на этой сцене, и у них в сердцах, наверное, вот больше, чем, извините, у других, я почувствовала вот эту открытость и чистоту. Спасибо вам, ребята, сохраните до конца учебы в Московском университете, хотя бы. Молодец четвертый курс, молодец первый курс, второй и третий, вы тоже молодцы. У вас было много юмора. Спасибо магистратуре, вы дружные. Спасибо вам за ваш труд, несмотря на то, что у многих уже экзамены, зачеты, у которых поджимают курсовые работы, но все равно вы нашли в себе силы, время, и вы здесь. Спасибо большое. Вы молодцы. Поздравляется Марианна Валерьевна. Дорогие друзья, ну, я постараюсь покороче. Все самое главное вам уже сказали. Но на самом деле, правда, спасибо вам, потому что было весело, было интересно. Ну, первому курсу спасибо, правда, за молодость, за яркость, вспышки в глазах. В концу осмелели, прям вообще все супер. Второй, третий курс. Взрослели, возмужали, уже пытались быть острыми, где-то жесткими. И это тоже классно, поэтому тоже молодцы. Спасибо за смелость. Четвертый курс. WhatsApp офигенный был. Ну и вообще я их люблю. Поэтому вам спасибо. И приятно еще, знаете что, когда видишь на сцене тех, кто у тебя хорошо учится на занятиях. Ну, а по курсу, да-да-да-да, мы друг друга поняли. Спасибо, что вернулись, и здорово, что вы с нами. Так что спасибо вам большое. И, наконец, для подведения итогов на сцену приглашается декан факультета государственного управления Вячеслав Алексеевич Никонов. Привет, ФГУ! Главный врач пришел. По-моему, лучше всего у вас получается петь. А самое главное отличие этого кубка декана от всех предыдущих – это то, что конечно, Екатерина Павловна выросла в глазах участников очень сильно и в основном за счет Александра Ивановича Соловьева, который в предыдущие годы был, ну, пожалуй, главным действующим лицом для всех, но на этот раз, Александр Иванович, что-то вы не доработали, видно, мало двоек поставили. Итак, я объявляю итоги конкурса. И Кубка декана. Четвертое место заняла сборная второго-третьего курса. Чем мы их и поздравляем. С
Сборная будет награждена поездкой на лифте Государственной Думы. Правда, без декана. Знающие люди подтвердят, что декан на лифте не ездит в Государственную Думу, он там бегает, что это единственная возможность там хоть как-то размять свои ноги. Да, ну и, конечно, бесплатные путешествия на встречу с избирателями в Автозаводском районе Нижегородской области. Они вам будут очень рады. Третье. Ну, зачем? Третье место. Третье место. Бронзовая медаль досталась команде магистратуры. Антон Путин, который, извиняюсь, Бабкин. Вот, я думаю, самые главные творческие терзания, они были между Путиным и бабками. И компромисс получился там такой не самый замечательный, по-моему, что их немножко подвело. Потому что либо ты занимаешься государственной службой, либо бабки. Иначе получается удмуртская там история, сахалинская и другие. Кабинет в первом корпусе, это, конечно, замечательно. У меня, кстати, был кабинет. Знаете, как выглядел последний день моей работы в этом кабинете? В первом корпусе. Правда. Просыпаюсь я утром, выхожу в коридор из-за кабинета. И бежит по коридору генеральный прокурор Российской Федерации с пистолетом. И говорит мне: «О, старик, хорошо, что ты тут. Идем, будешь понятым арестовывать Янаева». Это был день путча. На следующий день я менял место работы. Так что кабинет в первом корпусе, он совершенно не обязательно гарантирует какие-то веселые дивиденды. Но гарантирует точно веселую жизнь. Я могу подтвердить. Это был август 1991 года. Второе место. Команда первого курса. Вы ответили декану на тот вопрос, который в самом начале: кто вы такие? Теперь мы знаем, кто вы такие. Я тоже отвечу на ваш вопрос: кто я такой? Никонов Вячеслав Алексеевич, декан факультета государственного управления. Очень приятно. Судя по вашему замечательному выступлению, естественный отбор, как прошел в результате первой сессии, удался. Вы прекрасно справились с тем, что от вас ожидали. Поэтому поздравляем первый курс. Редко первый курс сразу выходит на второе место, очень редко. Ну, и, конечно, как быстро летит время. Ведь это было вообще позавчера, даже вчера, когда Жора, робкий, молодой, садился на шпагат, как первокурсник, юный, да и все другие ребята только стартовали тогда здесь, на этой сцене. Команда действительно возмужала за это время. Но главное, как вы сами понимаете, совершенно очевидно, на факультете государственного управления учатся не зря, потому что он помогает выигрывать Кубок декана! Первое место! Команда четвертого курса! Ура!
Браво победителя! Давайте все дружно поприветствуем все команды. Они молодцы сегодня. Всем спасибо. Игра окончена. Еще раз поздравляем победителей все команды. Обошли стороной этой линии, поэтому тема нашей игры – вся жизнь кинопленка. Ну что ж, начинаем, приглашаем команды на сцену. Хотел представить жюри нашего конкурса, людей, которые будут оценивать наши команды. Итак, секретарь ученого совета Кудина Марьяна Валерьевна. Вот, мы не обошли стороной этой линии, поэтому тема нашей игры – вся жизнь кинопленка. Ну что ж, начинаем, приглашаем команды на сцену. Хотел представить жюри нашего конкурса, людей, которые будут оценивать наши команды. Итак, секретарь ученого совета Кудина Марьяна Валерьевна. Заведующий кафедрой политического анализа Соловьев Александр Иванович. Наш любимый и несравненный Лексин Иван Владимирович. Заместитель декана по учебной работе Екатерина Павловна Наумова. И, наконец, председатель жюри, декан факультета государственного управления Вячеслав Алексеевич Никонов. Ну и настало время познакомиться, собственно, с нашими командами. Итак, традиционные новички нашей игры. Сборная первого курса. Объединяет. Поэтому впервые в истории Кубка Декана объединенная сборная второго и третьего курса. Без пяти минут выпускники, сборная четвертого курса. И, наконец, старички нашей игры, сборная первого курса магистратуры. Ну что ж, отпустим наши команды готовиться к конкурсам. Объявим традиционное «Ни пуха, ни пера». Ну что ж, я пока объявлю вам сегодняшние конкурсы. Значит, первый конкурс – это приветствие. Приветствие. У каждой команды будет 5 минут для приветствия. Вот, тема «Свет, камера, мотор». Максимум по этому конкурсу 5 баллов.
И на сцену первой приглашается команда первого курса. Приветствую! Года. Так, нет, стоп, это ноябрьский сценарий, прошу прощения. Стояла лютая зима 2016. Черт, ты перепутал. Вот, мы не обошли стороной этой линии, поэтому тема нашей игры – вся жизнь кинопленка. Ну что ж, начинаем, приглашаем команды на сцену. Хотел представить жюри нашего конкурса, людей, которые будут оценивать наши команды. Итак, секретарь ученого совета Кудина Марьяна Валерьевна. Заведующий кафедрой политического анализа Соловьев Александр Иванович. Наш любимый и несравненный Лексин Иван Владимирович. Заместитель декана по учебной работе Екатерина Павловна Наумова. И, наконец, председатель жюри, декан факультета государственного управления Вячеслав Алексеевич Никонов. Ну и настало время познакомиться, собственно, с нашими командами. Итак, традиционные новички нашей игры, сборная первого курса. Объединяет, поэтому впервые в истории Кубка Декана объединенная сборная второго и третьего курса. Без пяти минут выпускники, сборная четвертого курса. И, наконец, старички нашей игры, сборная первого курса магистратуры. Ну что ж, отпустим наши команды готовиться к конкурсам. Объявим традиционное «Ни пуха, ни пера». Ну что ж, я пока объявлю вам сегодняшние конкурсы. Значит, первый конкурс – это приветствие. Приветствие. У каждой команды будет 5 минут для приветствия. Вот, тема «Свет, камера, мотор». Максимум по этому конкурсу 5 баллов. И на сцену первой приглашается команда первого курса. Приветствую!